Что-то вообще ничего не приходит. Ну, да. Невский! Вещества, эски вещества. Вкинулись прыть. Да иди нахуй, блядь. Это он веник чпау-пау. О, ништяк. Нюхаю им кокос, братишкой. Буду флексить новой тишкой. Поделюсь с ним свежей сишкой. Потом вместе дунем шишку. Я вчера проснулся рано. Танский там молюсь на син. Я тут Матвей флексит. Мы... Саньком, йоу. Мы убили трех ментов. Это похуй, весь порох наш. Весь раз растворился с пивом. Йоу. Вот, набирается народ к нам. Так, уже запросы на добавление пошли. Всем привет. Блядь, жестко. Салют, Питер! Йоу, салют. Как дела? Бля, телефон падает нахер. Так, маска огонь. Наконец-то моя мечта сбылась. Эфир с масками. Вообще просто... Крутая кофта. 812. Новый дроп. Скоро новый дроп. 812. Я попросил сделать капюшоны больше. Теперь они просторные, большие. Теперь все любители капюшонов, такие как я, не будут обламываться. Как песня про лаве? Песню про лаве пока не записывал. Да, это солью. Так, альбом. Альбом чуть-чуть задерживаем, короче, к сожалению. Альбом чуть задерживаем. Чё, как настроение? Я хотел вам битов, короче, поценить новых. На самом деле не битов, а колец. Чё, будем биты слушать или чё? Или не будем, или пообщаемся. Ой. Нет. Ладно. Так, за кого из своей команды? Не, с Гуфом я не виделся, к сожалению. Давай биты, Никван просит. Бро, сейчас поставлю. Вы мне только скажите, как будет слышно. Слышно. Так, сейчас посмотрим. Че, вот какой-то биток есть. Блин, у меня телефон облокачивается к экрану, короче, а экран сенсорный, поэтому глючит, буду в руке держать. Окей. Так, что это? Как слышно? Yeah.
Бас слышен, бас. Такой, короче, биток. Сейчас еще что-нибудь поставлю. Много битов, на самом деле, скопилось. Но я все их планирую как бы в будущем использовать. Не собираюсь бросать, потому что мне они нравятся, короче. Так, что еще есть? Так, вот что-то еще нашел. Сейчас послушаем. Нет, не то, не то. О, вот есть прикольный биток. Надо было на альбом его использовать. Но что-то руки не дошли. Чё, норм биты заходят? Или нет? О, вот неплохой есть биточек. Да. О, нифига себе. Переходик. Я про него и забыл. Так, говорят. Так, ладно, сейчас что-нибудь еще посмотрим. Блин, ну у вас все равно бас, короче, не играет, поэтому не так интересно.
Блин, это жестко. Это было жестко. Расскажи что-нибудь. Что рассказать? Я нормально. Ты как сама? А ну-ка. Так, ну чё, кто чё? Недавно сняли, кстати, клип. Про клипы спрашивают. Конечно, не обошлось без экстрима. Только девушкам отвечаешь. Нет, почему? Передай привет Артёму Василяну. Привет Артёму Василяну. Скучно. Ну, скучно, тогда я пошел. Ну ладно, пару минут еще и пойду. Я на фрутике, ребят. Я на фрутике. Окей. Сколько, говорит, тебе в день смс приходит от фанов? Вчера, блядь, звонил какой-то сумасшедший. Ну и периодически звонят какие-то люди. Обычно те, которые звонят, где-то мой номер пробивают, они реально, блядь, сумасшедшие, отвязные. Ну, звонил какой-то идиот, что-то угрожал. Ну, я его потроллил. Он вдруг резко превратился в такого, в позитивного фаната. Ну, чистый долбик. О! У Кизару была трансляция с Кей Глак. Нифига себе. Не видел. Надо будет чекнуть. Круто. Я когда приезжал в Барс, он мне ставил его клип. Russian Cream, по-моему. Мы прикололись, а он уже с ним трансляции делает. Нормально. Как тебе альбом Рэм Дигги? Вот сейчас закончу с вами общаться и буду слушать, потому что я только сейчас приехал и, в принципе, не было возможности послушать. Поэтому буду слушать сейчас. Скорее всего, включу на колоночках. Что скажешь по поводу творчества Айзе?
Когда человек занимается творчеством, это в любом случае хорошо. Айза моя старая подруга, поэтому я ее поддерживаю. Я знаю, что многие негативно к этому относятся там, или что-то в этом роде, но я поддерживаю Айзу, поскольку это моя старая подруга. Это нормально абсолютно. Мориарти, дату можешь сказать? Это не Мориарти, а Мазиарти. Почему я игнорщик? Я вижу всех. Я не игнорщик, ребята. Альбом чуть-чуть отложили, потому что, ну, по определенным причинам. Что для тебя значит счастье? Счастье, ну, счастье, не знаю, счастье невозможно описать словами. У тебя денег сколько? Зачем тебе, сколько у меня денег? Вот сразу видно, кто-то, что для тебя счастье, следом от другого человека вопрос, сколько у тебя денег. Количество денег не приближает к истинному счастью ни на сантиметр, ни на секунду. Да, я ушел из рэпа, это действительно правда. Теперь мою музыку вы можете не называть рэпом. Абсолютно похуй. Я же ушел из рэпа в том плане, что вы больше можете не называть мою музыку рэпом. Вот в чем прикол. Ну, кто сказал, что я перестану рифмовать? Кто сказал, что я перестану петь? Кто сказал, что я перестану делать биты, продюсировать? Это абсолютно естественный процесс. Вот. А вот эта вот игра в рэп, ну, как бы... Это круто, что нам когда было там по 20 лет, там, мы играли в рэп нормально, я поддерживаю. Может быть, когда-нибудь вернусь в рэп-игру. Но сейчас я делаю просто музыку. То, что там речитатив, это не означает, что это рэп. У группы Иванушки Интернешнл тоже в песнях был речитатив. И у группы Отпетые Мошенники тоже был речитатив. Вы же не называете это рэпом, правильно? Ты стал не таким, как был раньше. Ты зазвездился, Саша. Ты зазвездился, пишет человек под именем Валера. Почему я зазвездился? Я вообще не понимаю. Что для тебя рэп вообще? Рэп — это определенный вайб. И... Поскольку я вырос на определенном вайбе, а сейчас его нет, я считаю, что настоящего рэпа нету. Есть рэп-игра, но настоящего рэпа нету. Такого, как там Нас в 94-м году, такой, как Mobb Deep в 96-м. Вот этот вот вайб, его сейчас нету. Для меня это рэп, я на этом вырос, меня невозможно в этом обвинять. Ну, и все очень просто и логически сходится. С Гуфом, блин, зачем вы пишете грязь про Гуфа? И не понимаю. Если вы что-то хотите у него спросить, зайдите к нему на трансляцию и спросите. Зачем вы спрашиваете меня? Я про Гуфа уже все сказал. Я нормально к нему отношусь. Мы с ним дружили и остаемся на позитивной волне. Это самое главное. Маска зачем? Потому что, блин, я только что зашел в эфир, я не был в эфирах уже миллион лет, и у меня типа была мечта, когда же будут эфиры с маской. И вот, наконец-то, блядь, Инстаграм додумались это сделать, и я вот теперь только в маске в эфире буду. Вот вы мне вот сейчас, как ты относишься к Хаски? Вы меня постоянно спрашиваете, как я отношусь к тому или иному рэперу. Зачем? Разве это что-то изменит? Скажу я хорошо отношусь, плохо, никак, или, блядь, обожаю, я фанат. Что это изменит? Что изменит? Зачем спрашивать, как я отношусь к тому или иному рэперу?
Про этот девайс я ничего говорить не буду, потому что я его не рекламирую. Поэтому я его просто парю и все. Молча. Давай спишемся о битах. Так ты можешь сюда спросить какие-то вопросы, если тебе интересно что-то про биты. Я не хочу списываться по битам, типа общаться по битам, мне это не интересно. Так, Смоки, почему, когда смотришь на твои видео, особенно с Версы, ты выглядишь пафосно и надменно, как будто притворный детский сад, а творчество твое просто охуенное. Все очень просто, объясняю. Мой хитрый противник по Версусу через свою огромную фан-базу создал мне ореол надменного идиота, кем я на самом деле не являюсь. И поскольку у него огромная фан-база, они, блядь, подхватывают вот это вот говно и клеят ярлыки на людей. На меня в том числе они наклеили ярлык. И поскольку это пишут в комментариях, об этом говорят, вы подсознательно, смотря на меня на Версусе, видите другого человека, не того, кем я являюсь. Потому что на меня уже навешен ценник этой, блядь, ну, этими сумасшедшими. А виной тому, ну, конечно же, вы знаете, кто тому виной. Но у меня нет никаких вообще к нему претензий, просто, ну, все понятно с этим человеком. Если он хочет, чтобы в его глазах и в глазах его слушателей я был тупым идиотом, то окей. Но если, когда мы встречаемся без лишних глаз, ну, мы абсолютно нормально общаемся на разные темы и можем общаться обо всем, о книгах, о эзотерике, о мистике, о политике, о музыке. У меня, ну, багаж знаний такой, дай бог каждому. Но то, что на меня какие-то школьники вешают ярлык, что я недалекий, я не в обиде. Если вам нравится видеть меня таким, окей, окей, никаких претензий. Просто это формируется за счет Версуса. Это формируется за счет второго ментора. Вот этот взгляд на меня, что, мол, блядь, такой интеллект и такой второй ментор, Смоки, да он же вообще, он двух слов связать не может. Но вы со мной разговаривали? Вы со мной разговаривали в частной беседе? Или вы со мной разговаривали на разные темы? Откуда вы знаете, какой я? Нахер тебе этот Версус был? Я большой поклонник Версуса еще с тех времен, когда он только появился. И очень хорошо и позитивно отношусь к Сане Ресторатору. Когда мне предложили поучаствовать в Версусе, на тот момент я испытывал определенные чувства. У меня были мысли выйти из, так сказать, зоны комфорта того, что я делаю. И как раз Версус и был тем намеком, что если ты хочешь, ну попробуй выйти из зоны комфорта. Попробуй поучаствовать в том проекте, где ты... к которому ты вообще никак не относишься, потому что ты не батл-рэпер, и проверь себя на прочность. Понятно, я сразу понимал, что это, блин, батловая аудитория — это люди, которые заряжены на хейт, потому что батл, сами понимаете, батлы не несут, в принципе, много позитива, они несут противоборство, они несут хейт. Поэтому я понимал, что я выйду из зоны комфорта, буду участвовать на Версусе и получу хейт. Ну, конечно, есть и позитивные оценки моего появления там, но в основном это хейт. И надо отдать должное моему противнику, которого мы не называем. Он умеет грамотно на людей, на своих там оппонентов навешивать ярлыки, которые приклеиваются. Вот и все. Поэтому обо мне какие-то сложились. И у людей возникает жесткий диссонанс, когда они слушают мой первый альбом, мои треки, где вообще предстает другая личность. Потом они смотрят на меня на Версусе, и у них в голове диссонанс. Как, типа, он же там, это, там же написано, что он тупой, как он, а как вот он может вот писать такие тексты, а как вот он делает музыку, а как он добивается чего-то, он же тупой, это невозможно.
Я не называю себя супер умным с мега IQ человеком, но я знаю, что я и не дурак. И все, как бы для меня этого достаточно. Чтобы быть нормальным человеком, не надо быть гением, ребята, вы просто этого не понимаете. Не надо быть гением, чтобы быть нормальным человеком. Это просто наебалово. Если вам кто-то говорит, что если вы, у вас среднестатистический ум, значит, вы, блядь, никчемные. Это наебалово. Вы нормальные люди. Вам не надо быть гениями. Хуёвей быть гением, который навешивает на людей ярлыки и с помощью своей хитрости дискредитирует, блядь, людей в глазах других людей. Да, хитрости вот во мне не хватает. Вот если бы я был более хитрей и более продуманней, тогда бы все было бы, наверное, по-другому. К НА, как я отношусь? Я хорошо отношусь к НА. Я хорошо отношусь к НА, это помогает людям, а значит, я к этому хорошо отношусь. Если что-то помогает людям, помогает справляться им с трудными моментами в жизни. Кори, привет. 100 лет тебя не видел, не слышал. Рад тебя видеть. Надеюсь, ты больше не пьешь. Ну вот, если это помогает людям, что-то в нашей стране, что помогает людям, я за. Ну, по-настоящему помогает людям, а не с двойными, блядь, стандартами. Нет, не бросил пить. Ай-яй-яй. Очень плохо, очень плохо. Пить надо бросать. Это не есть. Хотя у меня в шкафу сейчас, например, у меня там коньячок стоит. Но он у меня стоит там уже месяцами. Я даже не пью. Очень редко, когда кто-то приходит, можем выпить. Когда спать? Вы меня что, уже спать отправляете? Я только разговорился. Шестнадцатого декабря конец света не будет. Конечно, не будет. Кто верит в эту хрень? Еще вот вопрос, почему тот или иной рэпер, опять же без имен, тебя задевает? Потому что у человека в душе, блядь, боль, которую он пытается выместить на ком-то, постоянная, ища себе каких-то врагов и вступая в конфликт с очередным своим противником, он эту боль пытается компенсировать, не знаю, или что-то ее утихомирить, как бы, потому что в состоянии конфликта эта боль заглушается, в состоянии, когда ты кого-то ненавидишь, тебе кажется, что боль немного утихла. Это, ну, человек, блядь, все мы понимаем, о ком мы говорим, это человек глубоко несчастный, я могу его только пожалеть. Человек, который меня хейтит, которому я вообще ничего плохого не сказал и не сделал. Если я что-то и говорил, то только факты. Факты и правду. Что мне такому человеку надо отвечать? Он глубоко несчастен. Я могу ему пожелать, чтобы он обрел гармонию с самим собой. Обрел с самим собой гармонию и обрел счастье. И тишину, блядь, в своей безумной голове. Можешь передать Данилу Трофимову из Тюмени? Привет, Данилу Трофимову из Тюмени. Нет, я сейчас не про Мирона говорил. Мирон гениальный чувак.
У него огромная фан-база, он может навешивать на любых людей теперь за счет нее любые клише. Он говорит просто где-то или намекает, что этот человек, не знаю, умственно отстал, и все, и там сотни тысяч начинают про него говорить то же самое. Он говорит, там, этот человек, там, я не знаю, глухой, и все, и на человека навешивается клеймо. Это круто, но карма, блядь, карма ждет каждого. Каждого. Это закон, который работает как часики, поэтому я спокоен. Каждый, кто на меня что-то навесил, сказал или что-то, ну, карма. Со мной, кстати, так же, поэтому я работаю над собой. Нахуй маску натянул, что куришь? А, так, ладно. Новый альбом мы немножко сдвинули по релизу. К сожалению, мы его сдвинули. Вот, поэтому все, кто ждал его в декабре, I'm sorry. Белый блюз немножко переносится, но совсем немножко. Скорее всего, будет еще один или два сингла перед релизом альбома. Ну и, конечно же, клип. Вот, это будет... Следующий сингл будет андеграундный. Клип, скорее всего, тоже будет андеграундный. Вот. Так, вышел, значит, сингл у нас «Джаман Ти». Он из Казахстана, отличный сингл. Не знаю, там хейтят люди какие-то. Не знаю, что вы хейтите. По-моему, очень плотно все получилось. Я в каком городе? Я в Москве. Я в Москве. Ребят, я ни на что, как бы, ну, никого не пытаюсь хейтить. Я говорю вам то, что я думаю. Я говорю вам то, что вижу. Понимаете? Я говорю то, что вижу. А, вот это вот навешивание ярлыков, о котором я говорил ранее. Блядь, человеку надо в политику, наверное, идти. Он просто, блядь, будет гениальным, понимаете? Просто это гений просто по дискредитации, блядь, людей, которые ему не угодны. За счет, блядь, огромного количества последователей, которые ловят на полслова любую хуйню и несут ее в массы. И, соответственно, люди, которые даже не в теме, смотрят на это, обмозговывают и приходят к тому же мнению. Это был, короче, эксперимент. Собрали каких-то студентов, человек 100, и начали показывать им фотографии. Показывают фотографию какого-то деда, одной части студентов, и говорят, это вот жестокий убийца, маньяк, опишите его лицо. И вот часть студентов говорит, у него злые глаза, видно, что его морщины сложены так, что он очень много сердится и злится. Вот, взяли другую часть студентов и говорят, этот там великий как добродетель, он помогает там детям, у него много денег, он помогает бездомным, он очень добрый человек, там... написал кучу книг, очень позитивно, опишите его лицо. И люди говорят, видно, что у него добрые глаза, его морщины говорят о том, что он часто улыбается. Это старый эксперимент, ребята. И он говорит только одно, что когда ты большому количеству людей, которые тебе доверяют, говоришь что-то про какого-то человека,
они в его образе начинают видеть то, что ты им сказал или намекнул на это. Поэтому ситуация с тем, что на Версусе и аудитория Версуса, аудитория Мирона считает меня недалеким или каким-то там еще, мне абсолютно понятно. Все эксперименты по психологии, все нам уже рассказали. Нам остается только открыть книжки и почитать. Вот и все. Поэтому я не парюсь. Я знаю, кто я. Больше мне не надо. Так, почему какие-то мужики мне пишут, ты такой нежный? Это не ко мне, ребята. Уходите из моего эфира. Вообще весь хейтинг, рэпер Сява с нами. Йоу, вау, салют, what's up? Вообще весь хейтинг и море хейтинга, который сейчас происходит в интернете, лично мне говорит только об одном, что жена моя твоя фанатка, пишет человек. Весь этот хейтинг говорит только об одном, что Зорик, салют, что у людей в душе есть раны, и глубокие раны. И чтобы заглушить боль этих ран, они смотрят негативные передачи, слушают негативные новости, разносят негативные слухи, хейтят кого-то. Юра, привет! Всех вижу. Всем респект. Вот. И это грустно на самом деле, что столько людей имеют душевные травмы и занимаются хейтингом каким-то, не делают ничего полезного. Жена хочет с тобой пообщаться, и три улыбки. Привет жене передавай, всем желаю крепких семей, детей. Ну, в общем, как-то вот я постарался донести до вас мысль, что, ну, хейтинг это так себе. Да, у меня тоже есть свои душевные траблы, и я не святой и не просветленный, поэтому... У меня бывают конфликты, и у меня сейчас есть конфликты с некоторыми там людьми, о которых я жалею. Если бы можно было вернуть время назад, я бы избежал этих конфликтов, потому что это глупо. Ладно, ребят. Надеюсь, я сказал какие-то вещи, которые кого-то тронут и заставят задуматься, что не просто так я поторговал еблом в эфире, а что-то сказал полезное. Да, правильно, мир жесток. Окей, я принял его таким. Все, всех обнял, слушайте хорошую музыку. Кстати, на канале The Haze выходит программа The Mono, и я поучаствовал там. Можно посмотреть в YouTube лайв сингла Ля Вида Лока. У меня в history, в истории есть ссылочкой. Плюс готовим пару синглов прямо в ближайшее время. Будем фигачить. Всех обнял, всем салют. Маски, Инстаграм, просто спасибо за эти маски. Спасибо за эти замечательные маски. Всем пока.